Ну вот она как раз. О, прям. О, Олимпия плачет просто. Меня отдыхаем. Да. А сегодня у нас корпоратив в психбольнице номер 9. Все мы думаем, что мы кроссфитеры, на самом деле мы немного больные, да? Смотрите. Скоро, походу, я стартовать буду. Удачи. Давай. Так, главное, не забудь что-нибудь делать. Ой, Димка, если что, расскажешь. Потом, потом я позвоню. Да, кстати. Бля, вот это, конечно, идет. Надо, да. Главное... километр под скамейкой, вы не представляете. Я тебе больше сейчас отвезти его по 10. Делай по-стонски. Просто по-стонски, как учили. Так, давай. Ты поднимай, конечно, где популярный какие-то яркие человека, ты отсюда, да? Да, это у Богдана. На гребле, как... На гребле компенсируй. У мальчиков должен быть. Ну ты должен. А, ты имеешь в виду девочка? Девочка может. Ну, смотрите. Хорошо. Я не понял, а что? А, погоди. Богданыч, давай! Выше, выше, на коленях, да!
Давай, давай, давай! Терпи, терпи! Давай! Побежал! Давно ты с мячиком между ног не бегал, да? Неожиданный чипер такой, да. Ощущение забыто. Да, веселый старт уже не те, да? Будешь снимать?